подъема бедра. Если до этого мы делали акцент на движении вниз, теперь мы подчеркиваем движение вверх. Возьмем это бедро и поднимем его вверх и опустим вниз. Вверх, 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 вверх. Вверх с другой стороны, вверх, 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 вверх. Теперь выполним сокращение мышц. На этот раз мы еще сильнее тянем бедро вверх. Тянем его как бы в само тело. Мы напрягаем все мышцы тела. Верхняя часть тела начинает двигаться, как будто в него что-то врезается и сгибает. Так что у нас получается прекрасное сокращение мышц при подъеме бедра. С другой стороны,